Помолчи, я с ребенком разговариваю. Ты уроки сделала? Не молчи! Да я же не у тебя спрашиваю, подожди. Не, не у тебя. Ты чего молчишь? Так, подожди. Доченька. Так, я же не тебя спрашиваю, подожди. Чего ты за нее отвечаешь? Ты чем занималась целый день? Ты следил за ней, да? Она не хочет уроки делать? Уссури, ты ей говорил, чтобы она уроки сделала? А она что? Сказала, не буду делать? Да? Так она ведь двойку получит. Но нужно ей объяснить, что нужно учиться. Как это так, уроки не делать? Пойди, пойди к ней. Пойди, посмотри, что она делает, Уссури. Ты поговорил с ней? А, ты спал. Ты не хочешь с ней говорить? Ну, тогда и не отвечай за нее. Сейчас я у нее спрошу. Доченька! Доченька! Все, она мне не отвечает, Уссури. Почему она со мной не хочет разговаривать? И ты уже не хочешь разговаривать? Не хочешь? Ну все. Что ж, тогда не будем вас мучать.